29 августа во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске состоялось два значимых соревнования. Это первенство Дагестана и Кубок Каспийского моря по художественной гимнастике. Первенство Дагестана – соревнование это для спортсменов, которые тренируются на территории Республики Дагестан. Сегодня будет отбор в команду, в сборную Дагестана по художественной гимнастике по итогам первенства Дагестана. На Кубке Каспийского моря у нас приглашенные команды и также дети с разных клубов спортивных школ, которые не попадают по каким-то критериям на первенство Дагестана, они участвуют у нас на Кубке Каспийского моря. В Кубке Каспийского моря принимают участие спортсменки из 12 регионов России. Они на одном ковре будут соревноваться с нашими гимнастками на призы от спонсоров и заветный кубок. Максимально мы постарались, чтобы дети были довольны подарками, призами, медалями, грамотами. Вот. Постарались провести соревнования на уровне. А вот такие подарки у нас вышиты с названием соревнований. Это такие рюкзачки фирмы СПСМ, которая изготавливает все для художественной гимнастики. Дети очень любят эту фирму, и поэтому мы постарались, чтобы все были довольны. Юные спортсменки и гости республики поделились с нашей съемочной командой впечатлениями о данном турнире и о подготовке к соревнованиям. Готовились все лето, где-то с июля. Тренер нас заявила, рассказала о соревнованиях. Мы начали готовиться. Мы вчера уже выступили. Все очень нравится, очень теплая атмосфера. Давно не выступали. Обкатываем новую программу. Отметим, что в состязании принимают участие порядка 350 спортсменок. Каждая из девушек хочет на данном турнире достигнуть своей цели. Самая главная цель – попасть в сборную Дагестана и получить КМС. Моя главная цель – это попасть в сборную Дагестана. Ну, я хочу мастера. Я хочу поехать на «Надежды России». Хочу попасть в сборную России.